Доброго дня, драгоценные, вас приветствует компания Акула Плей. Поступает много от вас запросов, подберите мне магнитолу в такой-то автомобиль, в такой-то, в такой-то, в такой-то. И когда вам скидываешь все варианты, вы почему-то уходите покупать на Алиэкспресс, на Озон, на Яндекс.Маркете. А когда у вас потом интересуешься, Михаил, может быть, для вас еще актуально наше предложение, вы говорите: нет, я заказал на Озоне, я заказал там-то, на Алиэкспресс, и даже дешевле, чем у вас. За 8 тысяч и рамка, и камера, и сама магнитола-то, и все в комплекте, и вот все я получил за 8 тысяч. А вот теперь для тех, кто не поступил таким образом, для тех, кто не решился купить на Али, на Озоне, для вас это видео будет полезно. Давайте теперь посмотрим, что люди покупают на Озоне условно за 7-8 тысяч рублей, да? Что это за магнитола? А что там за камера в комплекте? А как оно вообще работает, да? Ну, интересно же узнать. Вот, пожалуйста, разберемся на примере. Вот для вас штатная магнитола с AliExpress на Андроиде. 1 гиг оперативной памяти, 16 встроенной. В комплекте с этой магнитолой вот такая камера. Ну, вот так вот она выглядит. Тут картиночка может отличаться. Камера выглядит вот так. Коробка, да, спросите, а какой это бренд, Виталь? А это никакого бренда. Вот такая вот крафтовая просто коробка. Никакой наклейки, никакого названия, ничего такого. Вот такая вот, грубо говоря, штатная магнитола. Проводка, конечно же, для Ford Focus 2. Вот все для вас это в комплекте. Но вы же нашли дешевле, да? Сейчас обращаюсь к тем, кто все-таки купил на Али, купил на Озоне. Ну, на самом деле, кто там покупает, хватает ровно, я не знаю, даже минут 20-30 понять, что это прям, это такой шлак, не извиняюсь. Давайте теперь посмотрим, как она работает, да? Вот я нашел дешевле, я купил там за 7-8 тысяч, а у вас там такие цены, что вы, я не знаю, там людей обманываете. Хотя никто никого не обманывает. Мы, наша компания Акула Плей, предлагает строго качественный товар. Вот у нас подключены магнитолы, 4 магнитола у нас подключено, Boss Mini, которую я, в принципе, предлагаю всем. Очень хорошая альтернатива, очень хорошее качество товара. Предлагаем вот ее, цена 35 тысяч в комплекте с этой магнитолой. Рамка и проводка идет. Далее мы рассмотрим на примере. И самая бюджетная магнитола у нас будет сегодня, самая бюджетная из хороших, которую я предлагаю всем клиентам, 14990. Это Boss Mini A3. В комплекте также рамочка идет. Только рамочка здесь идет. И еще немаловажно, вот на примере вот такой магнитолы Basson версии 2. Это вообще наш отечественный производитель. Гарантии на эти магнитолы мы даем 1,5 года, представляете? Сразу скажу, здесь 8 ядер, тоже 8-ядерный процессор. Здесь у нас 4-ядерный. И здесь тоже 4-ядерный. Штатная магнитола, как я всем объясняю, Китай No Name. Ну, давайте теперь сравним, да, как работает у нас это устройство, как тут работает, где YouTube быстрее. Сразу вам скажу честно, я здесь уже настроил Play Market, уже закачал Яндекс.Навигацию, обновил YouTube. Честно сказать, когда я вот все это настроил, попытался запустить, я был удивлен. Оно запустилось. Открылся YouTube, я реально посмотрел какие-то видео. Понятно, что это очень медленно было, но я посмотрел какие-то видео, я открыл навигацию, я построил маршрут, я куда-то доехал, но мы снимаем в магазине, пришли клиенты, в общем, ладно. Была пауза, надо было магнитолу мне отключить. Я отключил, я снова подключил. YouTube не открылся, навигатор не открылся. Навигатор я закачал, даже облегченный. 3.86. Ничего не открылось. Понимаю, вот давайте теперь посмотрим. Третья сейчас попытка будет открыть здесь и также открыть здесь. Так, все, открыли, все. И здесь я просто систему обновил. Давайте посмотрим, что у нас встречает. Здесь у нас 4 ядра, 1 гиг оперативный, 16 встроенные. Даже, честно сказать, положили сюда IPS-матрицу. Вот так вот выглядит устройство. То есть, кстати говоря, по поводу пленки, да, магнитолы, ну, все мы знаем, что, ну, кто-то, женщина, да, за рулем, там, мужчина, я не знаю, дети спереди сидят, экран царапается. Здесь пленка, смотрите, какая, вот такая вот. Вот такая пленка, вы ее сдерете, все, защитной пленки на экране нету, больше нету. Вот такая вот пленка, так что вот уже, в принципе-то, из минусов. Для тех, кто, да я купил за 8, да у меня там все есть. Ну да, есть вот такое. Окей, закрываем все приложения, чтобы действительно все с нуля было.
Закрываем. Дату я отстроил, все отстроил. В принципе, ну, должно, по идее, все работать. Открываем навигатор. Вот смотрите, открываем навигатор здесь. И давайте так, босс-мини сейчас тоже все позакрываем. Всю Юль снимаю общим фоном. Ну, он мне это и грузил. Вот он, поиск спутников у него идет. Сейчас попытаемся и там, и тут построить маршрут. Здесь экран такая же, четырехъядерная. Просто здесь памяти 2 на 32, босс-мини, А3 модель. Ой, там у нас все еще поиск спутников. Не знаю почему. Я говорю, я открыл один раз, и все. Видимо, была какая-то разовая акция, я не знаю. Все еще грузит. Здесь у нас, ладно, открываем поиск. Сейчас куда-нибудь поедем. Куда мы поедем? Ох ты, у нас тут уже история есть. Ладно, мы поедем какой-нибудь маршрут. Юль, какой маршрут какой-нибудь, скажи? Мы поехали до Колумба. Нет, до Колумба это... А тут есть Колумб, по-моему. Слушай, а тут нет Колумба. Ладно, поедем в Колумб. Колумб. Ребят, кто не знает, это у нас в Тюмени такой торговый центр Колумб есть. Кстати, Гераем недалеко отсюда находится. Смотрите, ребят, смотрите. Да, она тоже не обладает супер быстростью, да? Но тем не менее, маршрут. Смотрите. Ну, это же замечательно. Да, это не так быстро, как, возможно, вам хотелось бы. Теперь смотрим сюда. Штатная магнитола для Ford Focus 2 под климат-контроль. Мы все еще ничего не можем сделать. Давайте посмотрим, даже не знаю, какую открыть-то. Где у нас еще навигация есть? Сюда. О, тоже Тюмень. Это у нас, кстати, Басон. Вторая версия, 8-ядерный процессор. Так, что-то у нас тут уже тоже какой-то маршрут. Ладно, сюда, скорее всего, надо подключить ему GPS. Хотя, опять-таки, TIS, блин, еще он так подводит. Почему он не находит? Он нашел вообще наше местоположение, история. Самый топ, это у нас Boss Mini A9. 6128, открываем навигацию. Ладно, отменить, закрыть. Смотрите сразу местоположение. Памяти здесь 6128. Куда мы поедем, а также в Колумб. Все, вообще, вот вам навигация, как на телефоне, если вы хотите, чтобы все быстро, все четко было, да? И смотрите, вот здесь, вот вы купили за 8-7 тысяч. Ладно, долго не будем рассусоливать. Смотрите, вот вам, пожалуйста, навигация, как на телефоне, чтобы она была, да ради бога, без проблем. Второй момент. Многие покупают, чтобы посмотреть YouTube, чтобы детям в YouTube что-то включить, мультики. Вот включите вы на этом устройстве YouTube так, как, ну, примерно на телефоне. Не знаете. Давайте подключим, посмотрим. Ох, открываем YouTube. Все, здесь мы тоже, мы уже приехали. Все окей, закрываем. Открываем здесь также YouTube-чик. Притом навигация у нас тоже здесь запущена, и там она запущена. Я чуть не подсказывать, лучше там закрыть ее. Ну, ладно. Здесь все построил, тоже сворачиваю навигацию, открываем YouTube. Здесь уже подгрузило, ну я самую первую включил. Окей, включаем Иван Васильевич имеет профессию. Здесь нам тоже что-то предлагает скачать, но тем не менее, смотрите. В принципе-то все быстро, включаем. Надо нам какое-нибудь кино. О, военное кино. 3 часа идет. Все загрузило. Здесь... Ну, ребят, какие вам еще нужны аргументы, я не понимаю. Понимаете, вы покупаете за 8, вы покупаете вот такое. У вас, грубо говоря, здесь только Bluetooth, громкая связь. А, и камера заднего вида. Мы же... Давайте посмотрим. А какая картинка-то камеры заднего вида-то? Что там такое-то? Что предлагаем мы? Почему у нас-то камера-то дорого стоит? И что, вы покупаете за 8 полный комплект магнитола, да? Мы разобрались, какого она качества. Я думаю, уже не стоит говорить о том, что у нее не супер звук. У нее звук, знаете какой? Как в какой-нибудь магнитоле однодиновой китайской, там, 1000 за 3. Вот она примерно так же звучит, вот, 100% вам говорю. А теперь посмотрим. Ну, я думаю, все понятно. Здесь мы смотрим видео, здесь мы тоже смотрим. Здесь мы в ожидании, еще раз повторюсь, один раз это все включилось. Я отключил магнитолу, по новой подключаю, больше ничего, все. Давай теперь посмотрим. А вот, а мне же там камеру в комплекте дают. Подключаем камеру, все, закрываем YouTube.
Даже утка еще и не с первого раза. Бывает, ничего. Подключаем, подал питание на камеру заднего вида. Давай теперь посмотрим, какого качества картиночка. Юль, поближе его, поднеси, чтобы было видно. Нормально? Хорошее качество картинки, нет? Что скажете? Угол обзора, я считаю, хромает. Нет, угол обзора прям... Угол обзора хромает, вопросов нет. Да, угол обзора маленький, но, в принципе, если прям без больших претензий, чтобы там рыбий глаз был. Ну, а сама картинка, ребят, как вам? Вот что вы скажете-то? Квадратики. Вот такое качество вам и приходит. Да, она еще может быть у вас с ночным видением, вопросов нет. Но разве вы этого ожидаете, покупая за 8 тысяч? 8 тысяч это ведь, между прочим, тоже деньги. Я уже прям представляю лица тех, кто купил, установил, а там вот такой шлак. Ну, типа, ну, не знаю, ребят. Напишите комментарии, вот вам каково. Отдали 8 тысяч, пришло вот такое. А хотя заявлено, будет у вас и YouTube, будет у вас и навигация, будет у вас и то, и сё. А, по факту вы сами видели. YouTube открылся? Нет. Навигатор, может быть, открылся? Да мы таки не дождались. Я говорю, это открылось один раз, когда я только-только настроился. Все, больше ничего не открывается. Звук, ну, разобрались, в принципе, какой. Отключаем камеру. Так что, ребят, ну, честно сказать, как-то так вот, смотрите. Купили вы за 8, что вы купили? Да, там понятно, там китайцы любят понаписать. У вас будет и YouTube, у вас будет и навигация, и то, и все. Ну, по факту, вот вам штатная магнитола, штатная магнитола для Ford Focus 2. И че? Отдали вы 8 тысяч. Хорошо. Знаете, бывает такой момент, почему я всегда говорю, покупайте вот такие товары в магазине. Рассказать вам историю. Приходят клиенты, вот я там купил на Озоне. Ну, хорошо, говорю, а сюда, говорю, зачем пришли? Да качу, она говорит, тупит, все тормозит, ну вот, вы видели. Она как бы работает, что с ней будет? YouTube, ну, понятно, можно забыть. Навигацию, да вообще не вспоминать. Bluetooth-то будет работать, камера заднего вида работает. А качу, она говорит, тормозит, ничего не могу открыть, ни то, ни это. Я говорю, ну так а напишите, где покупали-то, обменяйте на достойном. А все, говорит, там на связь просто не уходит. А где, говорит, покупали? Так вот, на Али купил. Ну, молодец, вы, говорю. Сейчас купите еще раз 1015. А могли сразу взять за 25 и вообще мозги не парить. Ни себе, ни другим, никому-либо еще, ни родственникам, я извиняюсь. Так что, как бы, да, вы отдали 8 тысяч, а по сути получили ли вы то, что хотели? Навигацию, YouTube? Нет. Не устроил вас товар, да? Самая главная мысль, что я хотел донести. Купили на Али, не устраивает вас товар, вы сможете обменять? Я думаю, нет. Иначе бы клиенты ко мне бы не приходили, не покупали бы уже хорошие, дорогие устройства, действительно качественные, действительно, чтобы они отвечали запросам клиентов. Там этого нельзя сделать. Ты деньги отдал, про тебя начихали, да, дешево, да, сердито. Вот оно, дешево, сердито. То, что предлагаем мы, вот, пожалуйста, смотрите. Хотя бы вот такое. 15 тысяч... Тем не менее, навигация запускается. Фильм смотреть полуторачасовой, да ради бога. Ну, прикольно. Радио тоже хорошее. Да и звук-то здесь неплохой. Вот здесь уже, если здесь я горел звук, как в какой-нибудь бюджетной однодиновой магнитоле, да, там тысячи за три, то здесь уже звук, ну, примерно как в магнитоле, тысячи за пять, за шесть. Вот и думайте. Вот и все. В магазине у нас... И гарантия. Бывает такое, что и у нас в магазинах покупают, да, вот подобные такие магнитолы. Потом приезжают. Виталь, блин, купил что-то как-то это. Ну, вообще, давай поменяем. Не понравилось мне. И без проблем мы меняем. А на Али вы купите или на Озоне вы поменяете? Нет. Вот и все. Вот вам вся разница. Вы там деньги отдали, про вас начихали и забыли. Ну, извините, если кому-то сейчас обидно это слышать. А потом вы приезжаете в магазин, покупаете уже вот такой басон, допустим, тут вообще гарантия полтора года. Какой-нибудь Boss Mini за 35, да тут вообще, тут еще сим-карта вставляет, сим-карта еще и звонить можно. И магнитолы-то у нас все с металлическим корпусом, с кулером охлаждения. Вот, грубо говоря, вот он басон, про что я говорю. Металлический корпус полностью, кулер охлаждения. У вас летом магнитола не растает, зимой не замерзнет. Радио, звук, YouTube, да без проблем вообще, все будет работать корректно и исправно.
Так что как-то так, думаю, видео для вас было полезным, самое главное, продуктивным. Так что мы разобрали вот, вот что покупают на Али, что покупают на Озоне. А те, кто смотрит это видео и еще не решился покупать на Али или, или покупать у нас в магазине, или в каком-то другом физическом магазине, ну, я думаю, для вас ответ да. Нужно покупать строго в магазине, потому что вот оно. 8-7 тысяч, и по факту вас обманули. YouTube, он может и работает один раз. Один раз включился, все, навигация также один раз, больше я ничего не смог сделать. Так что как-то так. Самое главное, выбирайте магнитолы с умом. Не теряйтесь, берегите себя после того, как вы написали. А то написали, и все, и тишина от вас. А я переживаю, понимаете, я переживаю. Вы купили какой-то шлак на Али, или вы все-таки у нас будете в магазине-то покупать? Да вас стучишь, стучишься, а вы еще ругаетесь. Чё ты мне написываешь? Как что, блин? Я интересуюсь, как ваши дела. Купили вы вот такой шлак, или вы у нас все-таки будете качество брать? Вот в чем дело. В общем, все, ребят. Надеюсь, видео было полезно. Всем пока.